Мост на выезде из Апатита в микрорайоне Белореченский находится в аварийном состоянии. В данный момент денег на его реконструкцию нет. С 30 января планируют перекрыть движение более чем на год. Подробности печальные для многих автомобилистов новости узнала Динара Амешина. 30 января. Эта дата станет памятной для многих автомобилистов. Именно с этого дня будет ограничено движение по Белореченскому путепроводу. Из Апатитов можно будет выехать по мосту аж в две полосы. А вот заехать в город только через промплощадку. По словам местных коммунальщиков, мост находится в аварийном состоянии. На протяжении всего года проводилось обследование путепровода и выявлены замечания к несущим конструкциям. Поэтому на комиссии по безопасности дорожного движения было принято решение все-таки ограничить движение по путепроводу, снизить нагрузку на несущие конструкции. На реконструкцию моста требуется около 120 миллионов рублей. Когда область выделит необходимую сумму, неизвестно. У города таких денег тоже нет. Ну, может быть, в 16-м. Но вряд ли, что в 2015 году будет реконструкция. Так что, как минимум, ближайшие два года транспорт будет заезжать в Апатиты объездным путем. Через промплощадку или старые Апатиты. Если мост в таком аварийном состоянии, то почему его не закрыли полностью? Как объяснили специалисты, если объект совсем не будет эксплуатироваться, то он намного быстрее разрушится. Так что одностороннее движение позволит поддерживать путепровод от полной разрухи. Это, пожалуй, единственное утешение для автолюбителей в сложившейся ситуации.